Но пока одни ищут вакцину, других заставляют, буквально заставляют прививаться. Об одном таком инциденте новостям ТВК рассказала сотрудница Красноярской стоматологической поликлиники. По ее словам, руководство заставляет всех сотрудников делать прививку от COVID-19. Однако у женщины много хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, и она боится, что прививку не перенесет. Сейчас красноярка лежит в больнице и ждет операцию на сердце. Нам удалось поговорить с ее дочерью. Она уверена, мама боится отказаться от прививки, потому что ее могут уволить. Их не допускают к работе, то есть приказа нет, ничего они показать не могут, что, ну, сказали, что личное дело будет лежать на столе, если они не вакцинируются. У меня мама хранит два хронических заболевания, это хронический панкреатит и сердечно-сосудистый, то есть у нее аритмия сердца, вот она сейчас, она ушла на больничный. Просто чтобы не ставить прививку, она как бы, ну, ушла на больничный, потому что не хочется гробить здоровье. И там процентов, наверное, 70 в поликлинике против, потому что они каждый день сидят на приеме, им сказали, типа, после первой поберечься, но, естественно, карантин там или как, ну, свой счет даже в отпуск, там, никуда их никто не отправляет. В Минздраве новостям ТВК подчеркнули, даже для медработников вакцинация остается добровольным решением, и заставлять кого-то прививаться руководство поликлиники не имеет права. То же самое нам заявили и в межрайонной больнице, которой принадлежит стоматология. Там заверили сотрудникам, на совещании донесли информацию о возможности вакцинирования, но никого прививаться не заставляли. Врачам, медсестрам, персоналу объяснено, что работодатель заинтересован в их здоровье. Они не пишут отказы, есть кто не желает, пожалуйста, все дальше работают. Но в этом случае, если человек заболевает, он понимает, что он предупрежден об этом. А для меня, для работодателя, отказ является основанием того, что я его, ну, помимо планерных всех совещаний, предупредила о том, что вот риски такие есть, вот и все. Никто никого не увольняет.